Итак, мы сегодня говорим об идеальном весе. До беременности я смогла найти свой идеальный вес относительно своего роста, объема спины, бедер, ну, то есть то, что уже заложено природой. В итоге я получила свои идеальные 54 килограмма. За беременность я набрала 12 килограмм. После рождения ребенка прошло уже 6 месяцев и 5 дней, и ура! Я вернулась в свой идеальный вес. В первую очередь, я очень мало ела. И не слушайте ваших бабушек, тетушек, мам и прочих людей, которые говорят, тебе надо кушать за двоих, за троих, пока ты носишь ребенка, потом ты родила, ты кормишь. Ничего подобного. Вы кушаете немножко меньше, нежели вот вам хочется. Вот вам хочется съесть тарелочку, скушайте с полтарелки. Вам хочется скушать какой-нибудь сэндвич с отварной курочкой, кушайте половинку. Так сокращать будете себе желудок, и не стоит себя баловать. Каждый вечер после того, как я укладываю ребенка спать, я с 9:15 до 9:45 просто бегаю на беговой дорожке. Бегу, ускоряюсь, потом сбрасываю темп до восьмерки, потом опять на 12, потом дышу, язык на плечо, иду домой, принимаю ванную и стараюсь ничего, конечно, на ночь не съесть. И вы знаете, я смогла добить свои последние 2,5 килограмма, которые висели на мне, когда я понимаю, что вот шорты не сходятся, и немножко целлюлитная корочка, и есть вопросы вот, к себе лично. Вот с помощью бега и работы над собой сдвинула. Ну и, конечно, массаж. Итак, массаж. Делать или не делать? Конечно, делать, делать и делать болезненный, сильный, классный, настоящий массаж. Пусть это будет классическая школа, не обязательно вакуумно-роликовые какие-нибудь LPG. Я доверяю сильным рукам моего массажиста. Всю беременность мы делали массаж, тем самым делали своего рода лимфодренаж для моего тела, чтобы не было застоя жидкости. Я, конечно, всегда выбираю массаж, я всегда выбираю правильные инвестиции в себя. Поэтому обязательно массаж, спорт, много воды и минимум еды.